Всем привет, меня зовут Алена. В сегодняшнем видео мы поговорим об очередных посылочках с Алиэкспресс. У меня накопилось большое количество посылок, их 14 штук. Извиняюсь, что долго меня не было. К сожалению, пока совсем времени нету. Я все, что обещала, я обязательно вам сниму, просто пока совсем нету времени. Ну, поговорим пока только о посылочках. Давайте начнем. Сейчас я их сдвину. Первая посылочка, желтый пакетик в пупырку. Больше тут ничего нету. Тут пришли бульонки, только почему-то одна пара бульонок не в такой упаковочке. Должны быть все вот в такой черненькой. Сейчас открою пакетик, пошуршу немножко, извиняюсь. Само не нравится, когда шуршат. Вот такие масипулечки, вот такие бульоночки. Что-то фокуса нету, да, совсем. Так, у нас сфокусировалось. Должно быть все вот в таких. В черной упаковочке, вот с такой подложечкой черной. Пришло почему-то вот в такой, наверное, кончилось. Тут их, конечно, мало, но мне самой-то много и не надо. Я делаю в основном себе маникюр и пару подружек. Как бы... Чисто маникюром я не занимаюсь, у меня есть основная работа. Мне, к сожалению, некогда этим заниматься. Ну, такие симпатичные. Где-то у меня был здесь магнитик. Сейчас посмотрим. Да. Они металлические, посмотрите. Баловаться можно просто прям. Антистресс прям. Вторые такие же, посмотрите. Прям бульоночки мои. Следующее, то, что я вам покажу, это слайдеры в таком пакетике. Сколько штук? Наверное, штук 50, наверное, или 48. Сколько тут стандартно? Вот такие озорные апельсины. Прям прикольненькие. Совушки. Ну, у меня такие уже есть. Какие-то перышки, цветочки. Кексики, цветочки, кошечки, вот акварельные бабочки, цветочки, ловцы снов, вот эти кошки черные, такие кошечки, вот это вообще мне очень нравится, такое мехенди или как она называется, не знаю, но вообще прикольно, красиво смотрится. Тут что-то в красных оттенках, цветы. Это то ли перья, то ли крылья, непонятно, черно-белые. Сердечки, опять кексики, сирень, бабочки, фрукты. Ну, фрукты, конечно, здоровские. Мороженки, фламинго, кактусы, кошечки. О, перчик, клубничка, апельсинчики. Тут опять что-то в красных. Вот это вообще прикольно, чупа-чупсы. Ну, летнее озорное, матрешки. О, как их называют? Забыла. На шею. Чокеры или чоперы? Не знаю. Не знаю, девочки, как называется, честно. Вот прям не судите строго. Черно-белые бантики. Опять в черном. Такой интересный. Фрукты, кексы. Тут вообще Нью-Йорк, Париж. Геометрия. Франция. Фрукты. Такие они маленькие, ужас. Вкусняшки всякие, вот эти прикольные цветульки. Черно-белые опять, типа геометрии сетки. Мороженки. Мороженки вообще озорные, ну прям нравится. Пончики, кэти, девушки, ну, коктейли, помады, туфли. Опять фрукты, кексики. Насекомые, фрукты, бог ты мой. Кошки, бабочки, вкусняшки, фрукты. Все такое летнее. Ну, я, в принципе, заказывала на лето. Вот, вообще прям прикольненько. Опять вкусняшки. Ой, девочки, поехала у меня камера.
сколько штук? Ну, штук, наверное, 48-50. Не буду тратить время, пересчитывать, потому что посылок много, это надо все успеть показать, времени мало. Решила все в одно видео забабахать. Вот такой пакетик. Слайдеры. И еще вот такие слайдеры акварельные заказывала. Тут лист. Вот он. Еще вверх ногами. Ой, страсти. Совушки, какие-то животные, перышки. Тут, смотрите, тут по два одного и того же, только в разных, ну, более немножко разные оттеночки. Вот, например, совушки. Здесь совушка розовенькая, здесь совушка зелено-голубенькая. Как бы. Тут одни и те же, вот одни и те же. Только они немножко в разных оттеночках. Ну, достаточно такое интересное. Мне очень понравилось. Так, поехали дальше. Следующая моя посылочка. Вот такой большой пакет. В пупырку. Что у нас тут? А тут у нас все, больше ничего нету. Пластинка для стемпинга. А, эта пластинка у нас море дизайны. Такие чистолетняя пластинка. Тут морская тематика. Отцепись от меня. А что тут такое? Вот. Морские дизайны. Тут морячки. Пузырьки всякие, водичка, бутылочки, ракушки. Ну, такая на подложечке, ничего не погнулось. На ощупь все прилично. Ну, буду надеяться, что все хорошо. Обязательно все протестирую. Только немножко попозже, как только появится время, так сразу. Следующая это каруселька. Здесь ничего не просыпется, пакетик можно выкинуть. Это эти камушки. Блин, ну забыла, как они называются, эти камушки. Но они такие красивые, они такие прям, ну, здоровские. Тут цветные, синие цветные, золотистые, серебристые, прозрачные такие, как, не знаю, аврора, наверное. И вот цветные в нежных оттенках. Ну, ну красиво же. Вот эти побольше, вот металлические. Такие красивые. Решила тоже на лето. Морские дизайны. Не, ничего не железное. Это все-таки пластмасса или стекло. Очень симпатичные. Очень даже приличные. Ну, мне понравилось. Я оставлю все ссылочки. Вы пройдете, посмотрите. Может, вам это тоже надо. Так, и камифубики. Заказала. Есть палеточки камифубиков у меня простых, цветных всяких. Решила чисто голографические. Вот, чтобы чисто голографические были камифубики. Угу. Еще не открыть. Красота. Ой, все побежало. Очень красиво. Переливается просто бомбезно. Очень нравится. Все очень здорово смотрится. И также ромбики голографические. Очень понравились дизайны с ним. Видела фотографии в интернете. Так симпатично смотрится, что мне тоже захотелось. Переливается это все очень красиво. Прям, ну прям очень красиво. Чисто голографические, одного размера. Нету тут больших, маленьких. Они все одинакового размера. Только камифубики у нас побольше, поменьше. А ромбики. Вот убежала. Но вот не покажу. На перчатку, к сожалению, не липнет. Но переливается всеми цветами. Красота. Сейчас мы это все подвинем. Следующее, что я вам покажу, это посылочка. А что-то она у меня закрыта, я ее даже не открывала. Представляете, я ее даже не открыла. Сейчас я вам открою.
О, тоже какие-то штучки-трючки. Это у меня звездочки и сердечки. День Святого Валентина прошел давным-давно. Это вот такие красивые сердечки. На ощупь прям чувствую, что достаточно плотные. Перекрывать базой, потом топом или аквариум делать. Но переливается, конечно, зеленовато-желтоватым оттенком, но очень красиво. И вот такие звездочки. Они поменьше чуть размера. По плотности такие же. В таком пакетике. Сиреневый прививается голубым. Ой, красиво. Очень нежно, очень красиво. Вот такие два пакетика. Так, следующее, что вам покажу. Тут что у меня? Маленькая посылочка, пупырочку пакет. Это что? Это продавец положил подарок. Всем известные липучки, чтобы смотреть цвет на крышке. А, все, поняла. Это у нас, девочки, гель растекашка. Заказала прозрачный. Слушайте, на окне лежал, наверное, густой будет. Ну да. Каприка, смотрите, как долго стекает. Он густой, потому что он на окне лежал. Бутылка полная. Полный пузырек. Ну как полный? Ну, наверное, вот посюда. Ну, можно считать, что полный. С учетом того, что я это не каждый день буду делать, эти растекашки. И на каждый палец. Очень даже прилично. Мне одной вообще надолго хватит. Девочки, запаха вообще не имеет. Странно. Лаказур. Растекашка. Вот. На коробочке все написано. 12 мл. Что-то тут еще. Ссылочки, контакт, Инстаграм. Ну все, коробочка мне точно не нужна. Так, спасибо за подарок. Следующий пакет в пупырку желтый. Это у меня пришла акриловая пудра. Прозрачная. Укреплять ноготки. И я, скорее всего, не укреплять ноготки. У меня есть пару дизайнов, идей, которых я вам потом покажу обязательно. Наполняемость. Смотрите сами. Очень даже очень. Посмотрите, девочки, вот эта вся штука прям вошла туда. Ну, много. Очень мелкий. Прям даже лучше, чем мука. Очень мелкий. Прям помол такой. Ой, как бархат. Здорово. Мне уже нравится. Очень все так. Я думала, придет полупустая. Пришла приличная. Ну все, мне надолго хватит, тем более одной. Так, пудрочка моя. Следующее, что я вам покажу, пакет опять желтый, пупырочку. Больше в нем ничего нету. Это пришел мой фонарик. Были там разные цвета. Розовый, голубой, зеленый, желтенький. Решила сначала зеленый, потому что мой любимый цвет зеленый. Ну, заказала желтый. У меня он прям желтый, у вас почему-то такой неоново-желтый с салатовым оттенком. Я уже, конечно, ставила туда батареечки. Это когда вот все понятно. Когда нарисуешь, не хочешь лампу запихивать, вот так посветил пару секунд и все. Ну, можно дальше рисовать, и ничего у тебя никуда не убежит, не побежит, не растечется. Вот такой он. Обычный фонарик. Все ссылочки оставлю вам в описании. Возможно, вам что-то понадобится. Следующий пакет. О, прилипла перчатка. Да что ж ты будешь делать? Пупырку внутри. Здесь у меня пластинка от Bon Pretty. И еще что-то от Bon Pretty. О, вот эта пластинка прям летняя. Я прям тоже хотела. Я почему-то прям пластинки заказала все летние. Вы в прошлом видео видели у меня пластинки с фруктами. Там с какими-то пироженками. И, девочки, не могу отцепить. Представляете? Мне почему-то никак не хочется она слазить. Возможно, то, что я в перчатках. У меня просто сейчас страшно с ногтями. Я покрыла ногти базой.
сделала выравнивание себе. И некогда было даже ногти накрасить. А сейчас у меня эта вся база без топа, к сожалению, забыла топ нанести. Все это покрасила, стерла цвета. И чтобы вы меня не осуждали, сильно не ругались, я решила дело снимать в перчатках. Ой, какая красота, девочки. Ну, так прилично. Гравировочка такая прям нормальная. Арбузики, ананасики. Какие-то лепесточки, цветочки. Чисто летние, как одушка есть. О, фламинго, пальмы. Прям хочу-хочу. Все это дело на подложечке. Ничего не погнуто, не поцарапано. Все это хорошо. Такая у меня теперь новая пластиночка. Что-то еще от Бонприт. Не помню, что заказывала. Столько всего заказывала, уже не помню. Тут, конечно же, спонжик есть. А, все, поняла. Это, знаете, это, не знаю, как называется, но, в общем, это не русалка, хамелеона. Ну, посыпушечка такая. Я и взяла либо полностью каток покрывать так, чтобы просветы были обычного лака, либо делать вот сверху градиент такой, вот такой красивой штукой. Не знаю, как она называется. Вы напишите, пожалуйста, мне в комментарии. Ни фольга, ни слюда. Ну, что это такое? Ну, не битое стекло. Ну, не знаю, как оно называется, но очень красиво. Очень красиво. Оставлю ссылочки, вы посмотрите. Вот такая штучка. И также к нему идет спонжик. Вот. Следующее тоже от Bonprit. Бог ты, вот эти пакетики меня прям убивают. Пока достанешь все вот это дело. Еще спонжик. А вот тут тоже камифубики, звездочки, стружка, полумесяцы. Открывайся. Ну, пожалуйста. О, красота, красотишная. Звездочки. Это все такое красивая, полупрозрачная. Ой. Очень сейчас модно делать вот эти опалы. Дизайны. Тут и стружка есть. Очень красиво. И что-то очень там недорого. Вроде как, я точно уже не помню, но вроде как недорого. Я дорогой, это как бы не стараюсь не заказывать. Потому что мне так всего полно. И вот к нему спонжичек такой идет. Так. Следующая моя посылочка. Почему-то на почте решили скрепить вот так степлером. Ну и ладно. Здесь у меня заклепочки. А в соседнем пакетике у меня... О, мое копыто пришло. Все, пакетики все в пупырку. Больше ничего там не было. Это пришло ко мне... Тоже не знаю, как оно называется. Но что-то там силиконовое. Приклеилась к перчатке, зараза. Ну, конечно, красиво. Вся такая блестит. Мягкий силикончик. Делать втирочки. Вот я его заказала втирочки всякие втирать. Такая форма. И вот такая форма. Красиво. Ну, все прилично держится. Вроде ничего не достается. И резинки эти тоже держатся. Удобно. Делать втирки. Слайды поправлять. Ну, прикольная штука. И еще одну палетку я вот такую заказала. Клепочки. Правда, мне пришло тут на днях каруселька. Клепочки. Я, видать, не заметила. Ой, тут что-то уже посыпалось. Не заметила, что у меня теперь еще и каруселька такая есть. Ну, ладно. Тут цветные всякие, хамелеончики. И платиновые. Красивые. Давайте какой-нибудь одну откроем. А может, не откроем. О, открыла. А, они без пакетика. Вот. Светится всеми цветами. Клепочки, заклепочки, пайеточки. Кто как называет, я не знаю, как он называется. О, все, я вся в них.
Ой, весь томы в них. Давайте-ка я обратно в пакетик это все дело уберу. Иначе сейчас весь стол будет в красоте. Весь пакетик уже. Все побежало. Ну, почему-то вот все камифубики вот в таких вот палеточках. У меня уже их несколько штук. Штук 4, наверное, или 5. И все убегает у меня. Почему-то всем приходит нормально. А вот именно у меня оно все вот потом. Красота красотишная. Все это дело на столе. Ладно. Следующий пакетик тоже в пупырку. И в нем находятся вот такие штучки. Все, больше ничего нету. Вот это воск. Знаете, есть карандаш такой. На него так натыкиваешь и стразики берешь. Карандаша у меня такого нет, но почему-то захотелось воск. Попробую как-нибудь его приспособить. Нет, закажу карандаш. Стоил он что-то рублей 10, что ли. Ну, заказала. И три пластиночки от Bon Pretty. Первая. BP73. Это вот такие цветы. Розы. Здесь чисто розы. Вот. Какая красота. Очень красивые розы. Мне очень нравится. Куча идей. Было бы только время все это воплотить в жизнь. Очень красиво. Я думаю, эти пластинки уже у многих есть. Сильно задерживаться не буду. Вот фрукты еще одни. Я быстрее перчатки дорву. Я и так уже вон порвала их, пока одевала. Спешила, торопилась. Так. Фрукты. Ягодки, цитрусы. Вишенки, яблочки. Тоже все на такой подложечке. Bon Pretty. BPX04. И еще одна Bon Pretty. И тоже фрукты. Я прям помешалась. Я посмотрела. Мне так понравилось. Я еще так долго лазила. Накидала в корзинку и думала, надо оно мне, не надо. И в итоге оказалось, что надо. Тут тоже малинка, цитрус, виноград, ананасик, арбузик. Карамбола. Bon Pretty X45. Тоже на такой подложечке. Ну, красота же! Красота! Следующий пакетик тоже желтенький, в пупырочку. И здесь я заказала себе вот такие штучки для ногтей. Делать лунку наверху. В золоте и в серебре. Думаю, что будет здоровски. Давайте посмотрим одну, сильно они толстые или нет. Я думаю, что нет. Почитала по отзывам, вроде там все хорошо. Сейчас мы с вами посмотрим. Ой, да тут ой-ой-ой. На прозрачной основе. Так, вот класс. Пинцет у меня убран, сейчас не достать его. Давайте попробую вот этой штучкой. Угу. Ой, какая тоненькая. Ой, да они такие тоненькие, девочки. Ну и тончайшие просто. Вы представляете, я вот прилепила его на перчатку и даже почти не чувствую. Ой, здорово. Очень даже интересно получается. Вот такую луночку я хочу делать на ноготульках. Очень симпатично получается. Красиво. И не снять теперь, да? Ну, вот тут подцеплю, потому что... Ну, буду красивой в эфире. Так. Все. Устраивает. Следующий мой пакетик уже чуть поболее. Пакет в пупырку. Больше здесь ничего нету. А в пакете еще пакетик, а в пакете еще пакетик. Ой, так. Здесь у меня пришли вот такие наклеечки. Девочки, это не стикеры, ну, не слайдеры. Я думала, что это слайдеры,
А это оказались наклеечки. Они мне пока еще закрыты. Ну, видео на видео у девочки. Она тоже думала, что это слайдеры. А оказалось, что это наклейки. Ну, настолько нежные дизайны можно с ним сделать. Ну, прям посмотрите. Ну, я думаю, вы прям понимаете меня прекрасно. Посмотрите, какая красота. Нежнятина. Вот прям нежнятина, нежнятина. А вот это на осень. Так как к нам приходит месяц через два, через три бывает, я решила заказать сейчас. Вот это на осень листочки. Сделаю осенний потом дизайн себе осенью. Буду ходить красивая, красивая. Так, заказала ленточки. Есть у меня парочку штук, покупала в фикс-прайсе, как вы знаете. Те, кто смотрел мои видео. И вот заказала еще 10 штук на Алиэкспресс. Розовая голографическая, золотая голографическая, синяя голографическая. Вот это просто как платина, что-то типа коричневое или темное розовое золото, не знаю. Просто голографическая светлая, то есть синяя еще одна голографическая, зеленая голографическая, фиолетовая, просто зелененькая, красная голографическая. 10 штук тут. Мне хватит одной до пенсии. Еще детям, внукам передастся. Куда мне столько? Ну, взяла. Вот колесико пришло вот с такими же пайетками. Тут уже что-то мешалось, не перемешалось. Какие-то перемешались, какие-то не сильно. Ну вот тоже посмотрите, очень тоже светится сильно, прям хамелеонистые, прям такие, прям зеркальные, прям очень красиво светится, очень. Ну теперь у меня будет две, одна в такой. Другая в такой. Может, кому-нибудь что-нибудь отдам, подарю. Еще девочки часто снимают всякие конкурсы на видеорозыгрыши. Возможно, тоже разыграю когда-нибудь. У меня много товара, которым я даже не пользуюсь. И не пользовалась, не начинала. Еще заказала вот такие штучки себе для дизайна ногтей. Тут наборчики 10 штук. Но что-то они какие-то прям огромные. Ой, ну на примере, так, ну на примере вот такие всякие, посмотрите, какие они красивые, они изогнуты, но, к сожалению, на ноготке это выглядит все прилично, я как-то не привыкшая носить такую объемную инкрустацию, но хочу попробовать, ну, светятся они, конечно, очень красиво, вот черные, голубенькие, красненькие, розовенькие. Вот такой маленький квадратик есть. Такого неудобно его лепить вообще. Тут что-то с цветочком есть. Вот прямые, вот есть парочку прямых. Вот зачем прямые? Нельзя было сразу их изогнуть хоть немножко, чтобы удобнее лежали ноготки. Вот эту байдуру вообще не знаю. Мне кажется, ни у кого таких прямых ногтей нет. Вот их 10 штук. Вот они все. Не знаю, как это все еще лепить. На гель с акрилом по-любому. Ну, как-нибудь попробую, раз взяла. Мне же теперь интересно, хочется попробовать. Как-нибудь потом я себе попробую, покажу, расскажу, как это все дело носится. Возможно, у меня ничего и не получится. Ну, попробую. Что-то там не очень дорого было. Так как они не сами такие супер-пупер, они не очень дорогие. Ну, зажадничала купить дорогие, хорошие. Ну, попробую. И последнее, нет, не последнее, предпоследняя моя посылочка, тоже такой маленький пакетик, пупырочку. Все пакеты в этот раз пупырку. Это вот такие, что делать, как говорится, сказать, попроще, если не можешь носить сильно объемную инкрустацию, как я. Вот такое колесико нам в спасение. Тут и побольше, и поменьше. Не фокусирует. Вот сфокусирую. Перламутр и вот розовая голографическая. Это вот такие лепесточки, чтобы вот как раз делать хоть какую-то инкрустацию. Его можно сделать вместо камушка. О, все, побежало. Сейчас закрою, иначе у меня вообще все убежит.
Это можно делать вот так на пальчик, а вокруг какие-нибудь стразики или бульоночки. Вот так это все переливается красиво. Конечно же, вам вообще ничего не видать. Прям беда-бедовая. Ну, ой-ой-ой, побежала. Оно перламутровое. Ну, на самом деле они красивые. Они розовые, такие розово-зеленоватый такой цвет. У вас почему-то просто белое бельмо. Ну, на самом деле очень красиво. Все, уже убежало. Ну, девочки, я скину ссылочки. Возможно, кому-то что-то понравится. Возможно, меня кто-то поддержит в этом. Кому-то это будет необходимо. Здесь очень маленькие есть. Маленькие совсем уж мне не знаю, как приспособить. А вот эти можно было даже чуть побольше, но пусть будет. Они не перемешиваются, можно без пакетиков. Не перемешиваются, не рассыпаются. Вот у меня уже... Ой, у меня весь стол в пайетках. Ё-моё, в камифубиках, в пайетках. И последняя посылочка. Вот такая большая. Она долгожданная, она очень долгожданная. Посылка с магазина Bon Pretty. Я заказала лак для стемпинга. Заказала пока 4 штучки. Вот так хорошо было замотано, вот такую штуку. 4 штучки, 4 цвета золота, серебро. Черный и белый. Я очень хочу белый, девочки, для стемпинга. Только такой, знаете, жемчужный. Вот у кого есть, девочки, я очень прошу, скиньте ссылочку. Не могу найти. Очень хочу вот такой белый. Только не просто белый, а жемчужный, чтобы перелив был такой. Я знаю, что он есть, но не могу найти. Вот такие красавчики, тяжеленькие, по 15 миллилитров. Теперь буду тестировать пластинки, наконец-таки. Обычный черный, немножко загустел, девочки, потому что это все дело у меня стояло на окне, весь пакет с посылками. Ну, не сильно-то, нормально. Черный, пахнет как обычно, лак сразу, ой, сразу напоминание о старом прошлом. Беленький. Бутылки все полные. Они вот прям хорошо полные. Вот золото, конечно, прям жидкое золото. Огонь. Прям желтое. Прям такое здоровское. Все полненькие. Пузырьки полные. Посмотрите, это красота. Все. Теперь быть видео тестирование всех моих пластин. Пластин-то у меня уже теперь прилично. Ой, серебро. Посмотрите на серебро. Вот серебро, конечно, погуще. Возможно, просто надо было поболтать их, помешать. Потому что все-таки, как обычно, лак идет. Но все равно, девочки. Это просто красота. Красота красотишная. Правда, почему-то кисточки замахрились.